Вводимый ник при регистрации Ричи Пеналоза, и при достижении тобой 5 уровня я тебе верну 50 тысяч, которые я получил. А также вводимый промокод в 10 пункте меню MN промокод, ввести промокод Лирик, и получай на 3 уровне 50 тысяч, на 6 уровне 70 тысяч и с 6 по 9 уровень X2 прокачку опыта. Покупка и продажа игровых аккаунтов и виртуальной валюты строго запрещена на Advance RP. За это вы получите блокировку игрового аккаунта. И всех приветствую, дорогие друзья, с вами я, Кирилл Лирик, и сегодня в этом видеоролике я буду находить аккаунты, находящиеся на продаже, и мы будем отправлять их на банановые острова, проще говоря, в бан. Хочу выразить огромную благодарность администратору Джонни Салливан за помощь в съемке данного видеоролика. Ну а победителем в конкурсе на 79 тысяч на Red сервере из прошлого видеоролика становится Joy Effect. Хочу 50 000, но ты ошибся, ты получаешь 79 тысяч на Red сервере. Ты написал 203 комментария. Совсем с ума сошел. Сумма выигрыша зависит от лайков. Количество лайков равняется 1000 на Red сервере, которые я разыграю. Чтобы участвовать в конкурсе, вам надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий из 4 слов и более. Чем больше комментариев, тем больше шанс выиграть. Уровень 24, деньги 3000-4000, скиллов 5, права профессиональный уровень, лицензия на оружие есть. То есть 24 уровень, он не проверен, нет никакой информации о спавне, получается. Давай я его отправлю на проверку. Давай. Во, что-то туда зашел. Или это не он? Походу, не он. Чекни стату его. Ну, я реги посмотрел, у него нормальный, так что это не он. Ага, ну да, я так и думал, он в тюрьме. Нет никакой информации, я так и подумал, что он в тюрьме. А, ну мы тогда можем в тюрьму тпхнуть. Организация правительства, уровень улучшений 5, мы его проверяли только что. Отправляем на проверку. Это девушка, получается, будет по скину, понял. Эндрю Покер. У него полженский. Совпадают 1-4-5. Цифры в номере. Да. 23-й, 24-й уровень, да? Угу. И деньги 3000, ну, 4000. Да, почти 4. Продается. Бен, все, можно идти дальше. Так, что еще можно взять? Уровень 2, деньги 7000-8000. Базовый уровень. И проверки тоже нет. Давай ты тогда на АВЛС, а я на ЖДЛС. Да, я там как раз. Я отправляю на проверку. Афагон Ветроградов. Вот он у меня. Агафон. Агафон. У него номер нет, 1-3 уровень, и просто ничего нет, лицензии базовый уровень. Сколько у него денег, чекни? 2-й левел, телефона нет, да. Телефона нет, деньги 7000-8000. Сейчас деньги проверю, водитель автобуса там написано. А тут не пишет, какая начальная, ну, это. А, ну ладно, ну деньги 7000, да, это там. Ну, все. Так что, тогда я банил. 7700, 7800, вот так написано. Да. Ну, 6-10, а вот это проблема. А, ну тогда АСФ тоже может быть. А разделиться тоже можно. Ну я тебя, ты пыхнул, я на ЛВ тебя сейчас. Ну давай, отправляй. И сейчас опять такой в тюрьме. Или забанен. Томас Хоми. Какой-то зашел. Да. Томас Хомие. Так, вижу. У него 7-9 уровень. Дальше симку слушай. XYZQZVE. Подожди, стой, что за бред? Секунду. Не-не-не, я чекаю. Мне показывает 3-й левел. Что за бред? А как это так? Томас Хомие. Вот это, да? Не-не-не, не Томас, а Томас. А у того тоже реги были не в порядке. Я того тоже забанил. 8-й левел, да. 89-90 тысяч. И симки повторяется 3-й и 5-й цифра. Так, 89 тысяч это да? У симки 3-й и 5-й цифра повторяется. Да, это... Да. Все, понятно. Потом, что тут у тебя больше ничего не показывает? Уровень улучшений 0. Ну, уже, в принципе, можно банить. Да, я отправляю аккаунт на проверку. У него будет 12-й уровень и деньги 20-21 тысяча. Работа, должность, автомеханик. Тут написано вот. И номера нет. Отправляю на проверку. Так, пока. Вот, зашел. Рига. Ну да, механик, короче, баню сразу. Все. Бан. Ну это бан, да, это бан, в принципе.
Все, этот аккаунт мы забанили. Дальше идем. Тут есть Ля Коза Ностра организация. Первый ранг. И номер такой хороший. Есть дополнительная информация какая-то. Посмотрим сейчас, какая дополнительная информация. Давай ты внутрь, я снаружи буду. Симка топовая от 700 до 1 кака. У него XYZZZ. На банкомате 57к. Деньги на аккаунте 0. Все, я отправляю. Уровни улучшений 2. А, его уволили. Его не, у него деньги даже появились. У него 8-10 уровень. Ну, 1300. Так, нам теперь 10 минут ждать. Ну, сейчас посмотрим. У него там XYZZZ. Чекай. Да, вот. Это у него 8-10 уровень. 9 левел. Уровень улучшений 2. Ого, скиллы. Чекни, как скиллы прокачаны. Вообще, просто суперски. Да, жестко. И в бан. Все, отправил. Есть 4-8 уровень. 42-43 тысячи. 4-8. Это получается SF только, да? Или SF, или LV. Погоди, а на 4-м там спавнится в LS вообще? Я на 4-м спавнюсь в ЛС. Как нам это сделать? Подожди, из какого там по какой? 4-8. Жестко. Большой диапазон. В ЛС 2 спавнил. А, лол. Я, короче, на СФ телепортировался и сразу тут он появился. У него тоже 4-8, да, у него диапазон. И у него такой же номер. XYZZZ. Да, 6-2 и 4-7. Все. 42-43 тысячи и уровень улучшения 0. Но у него дигл 100. Ну, так понятно, что это он. Все, забанен. 6-10 уровень. 23-24 тысячи. Еще не проверен. Так, я тебя на ЛВ тогда сам на СФ. Угу. Давай, отправляй. Отправляю. Еще ж тюрьма может быть просто. Джозеф в Калибре. Успеешь? Не, не успел. Пишу. А все, я нашел его. Нашел? 8 левел, да? 7-9. Да. С мэрией он. Да, мэрия, организация правительства, потом у него XYZ. И еще потом Z повторяется в конце. Да. Деньги 23-24 тысячи. И дигл 100. Все, заблокирован. От VIP-продавца. 3-7 уровень. 170-180 тысяч. Получается действовать тогда. 3-7 это получается или LS, или SF, да? Это разделиться. Так, я тебя на SF, а сейчас сам пойду на GD. Давай. Джон Кола, походу, зашел. Сейчас, да, Джон Кола. Джохан Кола. У него нулевой номер. Уровень улучшения 1. Да. И скиллы 100. Рифла 17. Деньги 180к. Да, подходит. Сейчас отправим. Бан. Угу. В описании к аккаунту написано «Правительство, сотрудник службы безопасности», но в работе и организации нет ничего. 3-6 уровень. Опять разделиться, да? 3-6. Ну давай, да, я на ЛС тогда. Отправляю на проверку. Дэн Хокинг. 5 левел. Получается, повторяется 2-4 цифра. 2-4. Да, да. Уровень улучшения 0. Денег 10-11 тысяч. Угу. Скиллы дигл 100. Все. Сейчас должность безработный. 15-18 уровень. Это ЛВ, ну, спавнится в ЛВ, да? Угу. Номер телефона нет, уровень улучшений 2. И скиллы тут есть дигл и SD-пистоль и шотган МП-5. То есть, получается, давай ты меня тпхнешь на ЖДЛВ. А, 55, да? Да. Вот, я сейчас отправлю аккаунт. Последняя проверка давно. Ну и денег 700-800. Отправляю на проверку. Что-то не заходит. Аккаунт заблокирован, все, аккаунт забанен. Ну да, ладно. Я так и думал. А, аккаунт заблокирован, понятно. Заблокирован. Вот это да. Вот это я понимаю. А, блин, чувак в правительстве. Тогда не знаю, тут же не показано в каком. Блин, тоже проблема. А, название должности. Название Security... там есть? А, Security LS, точно. Первый ранг. Ну все, тогда сейчас. Вот. 25-28 уровень. Ну, номер классный еще. Мэрия ЛС, так. А где они там спавнятся? По-моему, внутри у входа. Ну, сейчас посмотрим тогда. У него может быть спавн на ЖД тоже, в принципе, стоять. Я сейчас подумал. А, да, у всех так можно вообще в доме там или что-то типа того. Но дома у них же нет ничего такого. Дома гостиницы нет. Ну, я на ЖД, короче, тпхнулся, а ты тогда в мэрии стой. Хорошо, я отправляю на проверку. Не знаю, где они там спавнят. Аккаунт заблокирован. Понятно. 20 уровень, ЖД ЛВ получается. Дома гостиницы нет. Ну давай. Трудовая книжка хорошая. И все, я отправляю на проверку. Аккаунт заблокирован. Я так и подумал только что. Тут получается 10 уровень и 190-200 тысяч. Номера нет. Нормально.
и уровень улучшений 2. Отправить на проверку. Заблокирован. Это прикол. Опа-на. Ага, неверно. Там нет каких-то прям вообще жирных. Ну вот я только что почти что 500к нашел, но он заблокирован уже. Я помню, я какого-то жирного забанил. Вот еще есть аккаунт. 15-21 уровень. 53-54 тысячи. Неверный забанил? Пароль. Неверный пароль. Передумал продавать, что ли, челик? 11 уровень. 200-210 тысяч. Сейчас мы его отправим на проверочку. Ну давай, хотя мне кажется, тоже забанен будет. 8-13 уровень. Нулевой номер. Уровень улучшений 2. 200-210 тысяч. Все, отправляем. Тюрьмы не было. Заблокирован. Ну вот. Мне кажется, вот эти все... Последняя проверка давно. Это кто-то чекал из админов. Да, возможно. Вот еще аккаунт в тюрьме. Последняя проверка давно. Должность Security LV. Он в правительстве находится. Номера нет. 19-20, короче, уровень. Ранг 1. Все, отправляю на проверку. Скиллы почти давай. Все вкачаны. Сейчас что-нибудь не то с этим аккаунтом, да? Он не появляется. А, бани, да. Ну вот. Ну ладно, ну забанили, этих тоже норм. Министерство обороны, рядовой рекрут. Тут же есть разные МО, так что мы не попадем. Как ты сказал должность? Рядовой рекрут, Министерство обороны, ранг 1. Ну да, это либо СВ, либо ВВС. А я вот только не знаю, где они спавнятся. А, рядовой ректор, все, это он. Ну, можно куда-нибудь встать на МО. У него должность рядовой ректор. Да, вот это либо СВ, либо ВВС. Ща. А, я вроде помню, где они спавнятся. Вроде. Я тебя тэпэхнул, короче. По-моему, где-то тут. Вот. Я точно не уверен, но вроде бы где-то здесь. А что, у меня военные ничего не сделают? Меня стреляют военные, помоги. Я тебя тэпэхнул. Блин, тогда не знаю. Ну, попробуй его отправить. Отправляю на проверку. Я вот на ВВС сейчас посмотрю. Заблокирован. А, ну все. Минус МОшник. Так, далее, что можно взять? Мут. Дома гостиницы нет, и он в ацтеках на 7-м ранге. А, ну да, где-то там же те аккаунты почти куплены. То есть скиллы, как обычно, дигл и шотган сотка, уровень 13, деньги 13-14к. Они тут на улице, да? За блоком. Далее он просто взял айпишник этого бота, который проверяет аккаунты, и забанил все аккаунты, которые заходили с этого IP. Выходи, выйти. Я не понял, что куда. Выходить, выйти. Выходи. Человека два раза забанил. Какого вот ты имеешь? Сальваторе. Ты его вверху только что банил. А, это он есть. Ну все тогда. Тогда все забанили. Бан. Ну это бан, да. Это бан, в принципе.